Что ты говоришь, пальмовое вино – лекарство? На лекарство, конечно. Не лекарство, это натуральное вино. Не скажешь, что ли? Когда ты его пьешь, он очищает твое тело вообще. И чего, и не хмелеешь, или и похмелье нет? Нет, нету похмелья от него. Похмелье нет? Нет, болит голова, нет похмелья. Это просто вообще рай. А знаешь, что на Ямайке там, и растамарит, которые там? Угу. Они не пьют алкоголя. Но их это, приезжают в Африку и пьют пальмовое вино, которое Бог сам делает. Джозеф Калчо, когда он приехал в Африку, он постоянно приехал в Африку на приватство пальмовым вином. Он же, у них, это для них просто это рай. Когда все это написано, ну, вино в рай, от него нет похмелья, понимаешь, да? Это так же, как рай, это Бог сам делает вино. Ух ты! Видно? Оно само стекает, да? Да. Офигеть. Ну что, материал не найдешь для своей песни? А? Рис. Но раньше, конечно, когда у меня были бутылки, это там маленькие посуды от колбаса делали там раньше. Но сейчас есть пластмассовые бутылки. Ну, тоже удобно просто. Папайя, видишь? Где? Вот. Папайя. Много, видишь? Это все папайя, дай рядом с тобой. Дай рядом с тобой, это тоже папайя, налево. Садись, папа, Пашка. Да садись ты, господи, я же снимаю, как ты садишься. Давай, 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 давай. Я тебе снимаю, как ты пьешь пальмовое вино. И одновременно выращивать овощи сюда. Ага, я вижу. По-моему, вокруг только одна помойка. Вот эти бутыли вообще волшебные. Да, винни, а? Я бы, наверное, пить. А, окей. Не земля. О. Ассаламу алейкум. Ну, папе, захамена. Литра бини. А? Литра бини. А это полтора литра. Полтора литра, отлично. Значит, тогда мы сейчас пол-литра выпьем. А литр я с собой возьму, вручную кладь и приоткрою просто в самолете. Откроешь? Ну, я его приоткрою, чтобы оно не газовало там, понимаешь? А, окей. Да, не разобьи. Не надо, ты будешь взрыв в самолете, тебя сразу захватят. Чтобы бомбу забрали. Ну как же, я же хочу своих русских друзей напоить. Вот оно какое. Вот он, пальмовый винарь, упокоенный вьенарь. Вот персонаж. Он делает вино. А что вот это он делает? Что это такое? Вот это, смотри, что он делает, листьями пальмы. Ага. Он делает такой тонный инструмент, чтобы колить наверху там дерево. И там поставить, обычно там были бочки от колбаса. Но сейчас современно там бутылки есть, там поставят бутылки. Ну, грамм. И он будет втекать в бутылки. Ничего себе приспособление какое. То есть оно одно в одно вставляет. Смотри-ка. Да, он ловит вообще как молоко, а со временем, чем дольше, тем кислее, тем будет дольше, чем кислее. Это только как будет получаться самогон потом. У него разные уровни. А? Фиг. Ну, Махаммад Дыхмов, поэтому... А, ладно, фиг. Махаммад Дыхмов, он будет мешать. А. Окей. Вид кровожадный абсолютно у него. Вид у него, говорю, абсолютно кровожадный. Интересно все-таки, как это. Да. Это инструменты, да? Это все, да, что необходимо. Да. Это они там зовут все, короче. Сенка дерна. Первый раз пальмовое вино вообще. Прямо там, где собирают его. Класс.
Слушай, вот это класс. Даже сложно сравнить с чем-то. А? Даже сложно с чем-то сравнить. Да. Понял, о чем ты сам пел. Не знал, о чем пел, да? Вау. Это так вкусно, что много можешь пить, а потом захочешь стоять, никак, ноги не... Вообще вкусно же, как будто сок пьешь просто. Действительно, я думал, что это какой-то там, ну, алкоголь. А это на самом деле нечто между ананасовым соком. Но там есть алкоголь, не чувствуешь? Ну, там есть, но его очень мало. Чем дольше, тем больше алкоголь. Он кислый, тем дольше, тем больше алкоголь. Чем дольше, тем он старый, тем он крепче. То есть оно послезавтра уже будет крепкое-крепкое? Завтра уже будет уксусом. И бутылку усыпали. Это сегодня собирали утром. Это для чего вообще? Давай, я выйдем. Спроси, для чего такая классная рогатка? Слышь? Для чего рогатка так? Что, птицы разоряют их работу, что ли, что? Для чего рогатка? Они сбивают птицы? Мне утром не кипите. Ага, понятно. Чтобы птицы не сбивали бутылки, кувшины, колебасы. Это новости, любой. Здесь, да. И наконец, наш пальмовый, куда он спрятался? Во! Your best man! Yeah! Совсем свежее вино, да? Да, вот. Вот пошел, нам достали немножко просто. Только-только собрал. Окей. Ну что скажешь? Видишь разницу, да? Я еще не попробовал. Какая разница? Как сок кокосовый просто. Ну, попробуй. Он еще не стал вином. Он вообще свежий. Винаря нашего зовут Альберт. Джата. Да. Альберт Джата. Да. Спасибо, Альберт Джата. Да. Ты хороший человек. Да. Я тебя давно искал, ты молодец. Спасибо. Ну, Еги. Я думаю, как он, ну, Еги. Снимаешь, да?